очередной заказ. Заказчик попросил образец тоже изготовить. Захотел 3D серебро. То есть вот образец, вот так вот тыльная подложка выглядит его. Я сейчас еще сниму ее. То есть, так как это образец, то по краям он волнистый. Изделие будет по краям, ну, вот здесь каемочка будет ровненькая, чтобы можно было его приклеить в стыки или один к одному, чтобы было красиво. Ну, то есть, сейчас, оно волнистое, просто серебро не берет экран. Вот тыльная сторона. Оно двухстороннее, можно что той, что той клеить, но человек захотел, чтобы было серебром наружу. Ну вот. Одна сторона. И вот. Ну, камера не сильно фокусируется на нем. Ну вот 3D серебро получилось. Более даже не серебро, а платина. Вот 3D, видите, как оно переливается. То есть вот так, как оно переливается на камере, то оно будет переливаться так же самое в декоре. Ну, то есть вот такой вот эффект у него остается. Вот как будто мультяшный такой чуть-чуть.